Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами я, Кокол. Мы продолжаем играть The Elder Scrolls 5 Skyrim с модами. В прошлой серии мы с вами закончили задание «Собака друг Даэдрам». Ну вот, в общем-то, результат. В сегодняшней серии мы с вами пойдем по нашему заданию «Before the Storm». Это наше сюжетное задание, которое относится к основной сюжетной линии. И нам, ну, в общем-то, в прошлой серии, пока мы там гуляли по... Хелгену мы увидели, как дракон улетает из этой деревни. Ну и, соответственно, там все разрушено, уничтожено. Мы нашли двух людей в одной пещере. И в этой пещере как раз-таки мы оттуда их вытащили. Я не помню, сундук лутал уже? Нет. И как раз-таки мы спасли одного из них, ну, Ралфа. И он сказал, что нам нужно срочно предупредить жителей Ривервуда. Я так понимаю, они находятся недалеко отсюда. Ну и поскольку это срочно, давайте мы сделаем это сейчас же. Почему бы и нет? Выполняем задание по срочности. То есть я так понимаю, что нам достаточно важно сейчас доложить об этом драконе. А то вдруг еще другую деревню кто-нибудь сожжет, да? Вот, так что прямо сейчас мы с вами побежим в этот ривер вот. Так. Долго убегать отсюда? О, вот это я там, по-моему, активировал, да? Все-таки. Первый раз за все время, как тут ходил. Скайрим. Так, сейчас у нас что, ночь вроде, да? Ну, я надеюсь, что в этом Ривервуде есть таверна, потому что я не против, на самом деле, отдохнуть. А то я уже столько наработал. Что, я думаю, мне нужно все-таки прилечь поспать. Ёлки-палки. Ну, Али, как обычно, здесь нет, да? Так. А вот Риверу, да? А я где? А я здесь. Далековато. Ну ладно, бежим. Так, давайте через... Опа. Чувак, может, ты подвезешь меня? Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей вокруг. Нет, не может. Так, пойдем через верх тогда. Так, наверное, быстрее будет. Я ни хрена здесь не вижу. Просто снег. Это, конечно, такое. Ну, он издевается. Не, смотри, отлагало. Не знаю, что он под что-то лагает, ладно, неважно. Я просто ничего не вижу. У меня, конечно, фонарь-то, ну, типа, на мне висит, но... Рисон, Хелген, давайте налево. Опять это состояние, когда при сохранении просто невероятно зависает. Ты из-за чего вообще? Ты из-за количества снега, что ли? Так. Можно, в принципе, вот так вот пройти, наверное. Давайте так и сделаем. Вообще ничего не видно. Куда я бегу? Снег? Ладно. Я не совсем понял, почему, но хорошо. Куда снег делся? В смысле, подожди.
Не, подожди, я реально, ну так, хоп, и сейчас, да? Это так и должно быть? А, 4 утра. Я понял. Не, 4 утра, нормально, конечно, да. Так, ладно. Опа, это что такое? Северная горная застава. Кто-то есть, что ли? Бандиты, да? Очередные какие-то, наверняка. Ого! Не, ну разбойники, которые владеют магией, они в основном очень слабые. Разбойники очень слабые маги. Так что... Так, отлично. Безумие Пелагиус какой-то. Разберемся. Тумочка. Ой, ребята, у вас тут нельзя переспать, я не знаю, где-нибудь. У вас есть кровати же, да? Вот, отлично. Я, наверное, сейчас здесь перекантуюсь. Наверное, так и сделаем. Так, 5 утра, ну давайте часиков 7 тогда где-нибудь проспим. И пойдем в Ривервуд. Я просто не знаю, я на самом деле не хочу идти сейчас. Сейчас, конечно, уже утро, типа, но я хочу выспаться уже. О. Привет, ребята. Ё-моё. А тут прикольно. О. Ладно, идем. О, сундук. Сундуки мы все очень сильно любим. Особенно со всякими ништяками крутыми. Так, хорошо, нам вниз. Так и спустимся. Да, вон, это деревушка. Ну да, деревушка. На город это не похоже. На провинцию тоже. Так что будем аккуратненько так спускаться. Мне вообще Али найти, потому что я, по-моему, с Литюди и оставил где-то, да? Или не солить видео, уже не помню. Я, короче, Али где-то оставил. Мне по-хорошему вернуть ее как-то надо. Опа. Это что это у нас такое здесь? Лови. А! Вы кто такие? Лови. Жесть. Где? Где второй? Вон он. Лови. А что это здесь такое? Не понял я немножко сейчас. Это что это вы тут устроили? Мне тут это вот не надо, мне сейчас здесь. Всякие ваши. Ой, барл. Так. Книжечка. Так, сундучок, хорошо. А что это? Просто у вас тут лагерь какой-то был, да? А какого хрена вы нападаете на всех, кто мимо вас проходит, я не понимаю. Просто в один прекрасный момент вы просто умерли. Что я могу сказать? Ну ладно, я так понимаю, здесь просто какой-то лагерь у них был. Ну, мы их остановили, убили. Уничтожили. Ладно, идем. Я так понимаю... Здесь у нас... Прям полноценный, да, такое, такая деревня полноценная? Круто. То есть, мне нужно, значит, предупредить... да я думаю, Равов уже сам дошел, сам уже рассказал. Я думаю, они мне сейчас просто объяснят вообще, что к чему здесь. Ничего особо сложного.
Вот и ривер, вот. Мне тоже видел дракона. Вот Гердор. А где Равов? Недавно в Ривервуде. Если ищешь работу, поговори с Ходом на лесопилке. Ралов сказал, что ты можешь мне помочь. Ралов? Откуда ты его знаешь? Он мой друг, он обещал, что ты поможешь. Если ты и вправду друг Ралофа, я с радостью помогу. Но расскажи все-таки, как вы с ним познакомились? Ну, я... Ну, дракон напал на Хелгена, разрушил его, а мы с Ралофом вместе бежали оттуда. Дракон? В Хелгене? Не может быть. Хотя... Теперь понятно, что я видела. Он летел над долиной с юга. Я-то подумала, что мне просто привиделось. Тот дракон улетел по направлению к вам. Должно быть, ты его видела. Должно быть, ты его видела. Это верно, я его видела, но... Как же это возможно? Драконов не существует. Это же только старые сказки. Не знаю, но... Я почему-то тебе верю. У тебя такой вид, будто за тобой вправду гнался дракон. Все идет хуже некуда. Сперва война, теперь драконы. Куда катится этот мир? Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Братишка, Мара милосердная, ты жив и здоров. Я от твоего друга уже знаю про Хелген. Но разве тут для тебя не опасно? Имперцы не станут тебя искать. Герду, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. Ладно, пусть поговорят. Так, а я знаете, что хочу? Я хочу к кузнецу подойти. Тут же есть у них кузнец вроде, да? Ну, а вот он. Потому что я вот думал, что мне пора бы, наверное, заняться такими делами. Наша Ривервуд прибывает в гости. Тебе не нужна помощь в кузне? Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный кинжал? Вот все необходимое для работы. Приступай. Потому что мне на самом деле очень даже, наверное, нужно поработать в кузнице, поучиться этому, потому что я же собираюсь еще броню себе делать. Так, что он хочет? Железный кинжал? Давай. Нужен новый клинок? Вот железный кинжал. Неплох, но туповат. Не хочешь его заточить? Тебе понадобится кусок металла и точильный камень вон там. До встречи. Я могу выковать молот. Вот заточенный железный кинжал. Неплохо. Всегда ухаживай за оружием, и когда придет время, оно тебе отлично послужит. Хочешь еще мне помочь? Может, поучимся изготавливать броню? Начнем с выделки кожи на растяжке. Хорошо. Ладно. Так ты ловкач. У меня тут где-то были хорошие кинжалы. Вот, держи кожу. А, хорошо. Кожа много где используется. В лямках, креплениях, застежках и так далее. Посмотрим, сможешь ли ты изготовить сыромятный шлем. Вот остальное, что тебе понадобится. Ладно. Сыромятный шлем... Если тебе на шлем. Мне впору нанять тебя в помощники. Давай его чуть-чуть подгоним. Тащи кожу к верстаку. Давай. Славного денька. Да? Да у
тебя талант. Продолжай оттачивать свое мастерство, и со временем станешь отменным кузнецом. Оставь кинжал и шлем себе. И поминай меня добрым словом, когда будешь ковать в небесной кузнице. Что у тебя есть на продажу? Погляди. Я вам продам, на самом деле, эти кинжалы. Они мне особо не нужны. Так, оба кинжала, хороший кинжал. Это тебе не отдам, и сыромятный шлем. А, ну еще маску Клавику Сувайла я ему тоже отдам. Так, а что я могу у него купить? Давайте посмотрим. Может, у него какие-нибудь кинжалы есть интересные, железные. Так, это мои кинжалы, да? Стальной есть, но стальной нет, стальной... Стальной нет, спасибо. Стальной просто минус столько урона будет, мне столько не надо. Так. Может, я тебе продам отсюда что-нибудь, кожа? Забирай. Это тебе не отдам. Ладно. Поработали немного. Вайтран опять, да, идти мне? Ой, ну давайте... Ой. Давайте тогда сходим, ладно, в Вайтран. Уж тогда поговорим с Яровым. Я, по-моему, еще не разговаривал с Яровым Вайтраном. А там посмотрим. Я ему сообщу, наверное. Ну, пусть отправляет солдат, а потом я пойду своими делами заниматься. А у них тут клевая природа, согласитесь. Речка охрененная просто. Милота прям. Али так и не появилась. Что-то надо ее найти, короче, будет. Не, я хочу посмотреть просто на это. Ёлки-палки. Это охрененно. А, я не хотел на ход. А! Пошёл нахер. Я такой точный на самом деле, ну да ладно. Блин, в Ривервуде у них тут охрененно просто. Просто охрен... Я чего-то не понял. А это что? Вау. Какого черта ты разрисованный, алло? Ладно, неважно. Сохранюсь нахрен просто. Я великанов ненавижу. Это вот эти вот, которые организовывают всякие Airwines, типа. Идешь такой, идешь. Пиу! В космос улетел, да? Это же оно. Блин, горы. На самом деле, Вайтран, наверное, самый такой, даже не знаю, какое-то слово подобрать такое. Опять волки. Бам. Вайтран самый ландшафтный, наверное. Чейское слово, не знаю, но на самом деле охрененный просто, охрененная провинция, охрененный город, то есть горы, вот эти вот горы, это просто офигенный вид. Жить здесь, это я не знаю, это реально, это офигенно просто. Я бы жил, реально. Кстати, все нормально. Вот эти горы, лес рядом, ну вот это вообще шикарно. Могу справиться, но теперь вон она, драконы объявились. Богоподобно просто. Давайте ускоримся.
я, кстати, еще не прокачивал, я просто забыл на самом деле. Нет, я еще не прокачивал. Надо начать качать кузнечное дело, потому что мне это нужно будет потом. Я в любом случае хочу улучшить свою соловьиную броню, и я хочу сделать себе вообще другую броню на самом деле. Я хочу себе сделать, ну, одну особую, короче. Там будет одна очень хрененная броня, но ее будет сделать очень сложно, потому что она доэдрическая, и доэдрическая броня требует, во-первых, огромного просто навыка кузнечного дела, по-моему, последнего, не, последнего это дракония. Ну, кстати говоря, самое странное то, что последний скилл кузнечного дела это как бы драконья броня, но при этом драконья броня не является самой прочной, ну и вообще самой крутой. Самый крутой является, ну, соответственно, доэдрическая. Это немного странно. Могли бы, конечно, местами поменять, да, ну, чтобы все-таки логично было. Ну, а так, странновато. Хочешь поговорить со старой женщиной? Нет, я не хочу ни с кем разговаривать. Кстати, вот дом, который мы обкрали, да? Нормально. Все нормально. Дети бегают. Не, ну Вайтран самый охрененный город, мне кажется. Реально, вот. Самый пейзажный город, вот, все. Я придумал слово. А, ты что делаешь? Ты меня чуть не столкнул. Драконий предел, ну здравствуйте. Что тут, Яра у нас сидит, да? Развлекается. Здравствуйте. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничества. Ого. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. У меня новости из Хелгена о нападении дракона. Ну тогда понятно, почему стража тебя пропустила. Идем. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Стража мне и так пропускала. Значит, ты свидетель нападения на Хелген. И там действительно был дракон. Дракон уничтожил Хелген, и я вот последнее, что я видел, ну, только как он улетал оттуда. Во имя Исмира, Айрилет была права. Что скажешь теперь про Вентус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли на него войной. Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Чё он мне там дал? Продам. У меня вот это есть. Зачем он мне... Не знаю. Ну, пойдем посмотрим, что он там может мне предложить. Я, конечно, не знаю. Ну, нет, я на самом деле не горю желанием сейчас... работать на Яру, я занимаюсь своими делами. У меня есть еще два дела, которые нужно решить, и потом, может быть, мы сюда еще вернемся. Ну, не сейчас, это точно. Я, конечно, его выслушаю, но... Я нашел кое-кто поможет тебе с изучением драконов. Давай, расскажи ей все подробности. Так Ярл думает, что ты мне пригодишься?
О да, он, должно быть, имел в виду мое исследование драконов. Да, мне нужна помощь, чтобы кое-что добыть. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду полезть в опасные руины в поисках каменной скрижали, которая, может быть, там лежит, а может и не лежит. Какое отношение все это имеет к драконам? О, ты не просто наемник, а еще и мыслитель. Может быть, ты даже... Я наемник? Ты прикалываешься? Видишь ли, когда начали ходить истории о драконах, многие отмахивались от этих слухов и мифов, как от невероятного. Верный признак дурака — отметать как невозможное все, что не подтверждается его личным опытом. Но я начал собирать сведения о драконах, ища ответ на вопрос, куда они пропали много лет назад и откуда они взялись. Так что от меня требуется? Я... узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных водопадов. На этом драконьем камне, говорят, есть карта с могильными курганами драконов. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она, скорее всего, в главном чертоге, и принеси ее мне. Все просто. Что ты можешь рассказать о храме Ветреного Пика? Древняя гробница, выстроенная нордами, кажется, еще до войны драконов. Ты, наверное, хочешь узнать, как туда попасть. Он рядом с Ривервудом, крошечной деревушкой на юг отсюда. Уверен, как будешь там, местные подскажут тебе дорогу. Откуда ты знаешь, что эта каменная скрижаль находится в храме Ветреного Пика? Ну, нужно же хранить профессиональные секреты, верно? У меня есть источники, надежные. Расскажи мне еще о войне драконов. Неудивительно, что ты ничего не знаешь. Даже я ранее полагал, что это только миф. Но не теперь. Война драконов — историческое событие, хотя до нас дошли только отголоски реальных событий. В начале мифической эры в Скайриме драконам поклонялись как богам. Многие величественные руины, которые можно встретить и сегодня, были некогда храмами драконов. Подробности утрачены, но в какой-то момент норды взбунтовались. После долгой и кровопролитной войны норды свергли драконов-правителей. Все драконы погибли во время войны драконов? О нет. Многие, конечно, погибли, но многие дожили до исторического времени. Да что далеко ходить. Этот самый дворец выстроил один из предков Балгруфа, чтобы держать в нем пленного дракона. Отсюда и название «Драконий предел». Ты единственный маг в Вайтране? Полагаю, да. Формально, разумеется. У нас в городе есть жрец со жрицей, алхимик. Кто-нибудь еще наверняка практикует. Кстати, раз зашла речь об алхимиках, у меня для Аркадии есть морозная соль. Она просила достать для какого-то зелья. Тебя не затруднит отнести соль Аркадии? Думаю, она найдет, чем тебя отблагодарить. Ладно, отнесу. Хорошо. Ты, несомненно, куда больше подходишь для такой тривиальной задачи, нежели я. Чем ты занимаешься, как придворный маг? Объясню проще, чтобы не было вопросов. Я советник Ярла по вопросам магии. Если возникает угроза или тайна магического происхождения, я обязан объяснить ситуацию и предложить решение. Надеюсь, такой ответ тебя удовлетворит. Удачного дня. Сейчас это самое важное. Делайте, что хотите, но я хочу знать, как нам победить этого дракона или драконов. Как можно скорее, пока не поздно. Конечно, вы я там... Балгруф. Спасибо вам за то, что нашли мне помощь. Вы там, конечно, разбирайтесь с этим делом, да? Но я вот так вот. Пойдем отнесем морозную соль Аркадии. Я все равно собирался уходить отсюда, в принципе. Сейчас я, наверное, тогда в таверну. А потом пойдем... Я хочу разобраться с Даэдрой, во-первых. Потому что Даэдра, ну, которую мы с вами встретили где? В Маркарте. Да, в Маркарте. Надо будет разобраться там с этим Дауном, скажем так. Вот, ну посмотрим, что там будет. Возможно, мне эта Даэдра как-то вознаградит, а возможно, я смогу ее убить и забрать сердца Даэдры, которые мне пригодятся для крафта даэдрической брони. Посмотрим. Вообще, по-хорошему, я хочу заработать как можно больше денег и купить себе дом. Именно дом, да. Дом.
Причем, кстати говоря, можно, наверное, будет еще пойти поработать в Solitude. В чем прикол? Потому что в Solitude у нас с вами есть очень интересное. Ну алло! Так, где это? Аркадия, это где? Это Вайтрания, подожди. Нет, стоп, 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 стоп. Карта местности его. Я так понимаю, это надо куда-то выходить. Ладно, пойдем. Олфрид, покровитель великого клана сынов. Посмотрим. Так вот, можно пойти поработать в Solitude, потому что мне там вроде как Яра уже готова давать ранг Тана. А, мне сюда. Ладно. Вот. Так что, в принципе, можно пойти в Solitude. И если повезет, то я смогу купить там дом. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? Вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. У нас в Сиродиле это настоящая напасть. Фарингер просил передать тебе морозную соль. Прекрасно, прекрасно. Она пойдет в особое зелье, над которым я работаю. Приворотный эликсир, равных которому нет. Может, сперва его на Фарингаре опробовать? Ах! Я полагаю, ты ждешь какой-нибудь награды. Так, вот этих эликсиров должно хватить. Спасибо. Если потребуются лекарства, ты знаешь, где меня найти. Да, обязательно. Подожди, она сказала, у меня атаксия? Не было же вроде. Так у меня нету атаксии. Странная какая-то, ладно. Так, давайте зайдем в таверну. Я хочу отдохнуть немного. И на следующий день пойдем тогда уже с Эдоэдрой разбираться. Мне еще надо убить всех драугров в Утесной пещере. Заходи, заходи. Разберемся. Теплая еда, теплое питье и теплые постели. И работа мне не в кадре. Хорошо, она твоя. Можешь не показывать. Блин, могли бы это убрать на самом деле. То есть, типа, один раз взял, и все, комнату уже как бы могут тебе, наверное, не показывать. Так, давайте где-нибудь часиков 13, чтобы прям отдохнуть, так отдохнуть. Ибо напрягает уже. Как раз вот будет 8 утра. И мы выдвинемся. Да, конечно. Защищать край родной, где мы день за днем. Ладно, давайте мы с вами, наверное, пока что на этом и закончим. Так что, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы с вами увидимся уже в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.